Ивановский фонтан находится под контролем. Оборудование из-за наступивших холодов пострадать не должно, обещают специалисты. Хотя поверхность воды уже стала покрываться ледяной коркой. Представители подрядной организации до последнего ждали приезда москвичей, которые должны сделать ремонт. Есть технические неисправности, то есть нужны были специалисты, которые производили этот фонтан. Они обещали подъехать до морозов, но что-то у них не получилось. Поэтому протянули. Теперь придется сливать и причину устранять уже по весне. В субботу утром подрядная организация приступила к работам по консервации фонтана. Специалисты начали слив воды из чаши. Эта процедура занимает 2,5-3 часа. Объем чаши внушительный, вмещает более 300 кубометров воды. Мыть в этом году чашу уже не будут, только подметут. И зачехлят многочисленные форсунки и светильники. Да, плюс 5 эксплуатация. Вот, ну, как бы он не эксплуатируется, в чаше еще промерзания капитального нет. То есть страшного пока ничего не случилось. На зиму специалистам работы хватит. Некоторые неисправности остались еще с прошлого сезона. Предыдущая подрядная организация наплевательски отнеслась к своей работе. И в прошлую зиму сотрудники не слили воду в насосной. В результате оборудование пострадало, трубы треснули. И теперь при сливе из них начала сочиться вода. Но за зимние месяцы ивановские специалисты обещают устранить поломки. И весной фонтан снова будет радовать горожан своей красотой. Любовь Подчерникова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.